вышли гулять вот первый раз за, честно говоря, за, вот, за все время самоизоляции, вышли погулять именно сюда, в парк центральный. Первый раз были буквально вот дня три назад, 8 мая мы были. Было закрыто, вот очень такая интересная ситуация была, что то есть, на набережную на мост не пускали, а вдоль, то есть вдоль, где машины двигаются, по этой дороге люди все как бы шли гуляли. Вот это вот было очень непонятно, то есть как бы на набережной коронавирус туда не пускают, а здесь нет. Вот. Ну что сказать, тяжело очень на самом деле, охота уже выйти на работу, говорят, что 25 числа все откроется. Ждем с нетерпением. Я работаю, у меня свое ИП, и еще я работаю в компании «Дело техники». То есть это занимается установкой сигнализации, компания дополнительного оборудования на автомобиле. Вот. Ну, частично компания уже работает, поскольку то есть, ну, есть отдельные стоящие здания. Вот. Некоторые ребята уже открыты, работают. Мы, как офисные сотрудники, не можем себе этого позволить, то есть нас не пускают. 42 500, да, получили. За второй месяц тоже получили. Карантин кезінде үйде тұрдық. Кітап оқыдық, телевизор көрдық. Бар, шөбере де бар. Қиын болған жоқ па барлығы карантин кезінде? Сабақ тоқтатылып, үйден оқығаны сіздерге бір... Бөлек тұрады олар, бөлек біздерден бөлек тұрады. Сағынған жоқсыз ба немерелеріңізді? Сағынып жүрміз, сағындық. Көрген жоқсыздар? Көріп тұрамыз, жоқ. Карантин кезінде қалай кездестіңіздер? Жоқ, кездескен жоқпыз карантин кезінде. Содан кейін кездестіңіздер? Бүгін паркке немен келдіңіздер? Автобуспен? Шай демалуға. Немен жеттіңіздер? Автобуспен келдік. Автобуспен келдіңіз. Карантиннан кейін негізінде менде ешқандай өзгеріс жоқ, кәдімгі өмір. Бірақ адамдарда өзгеріс болды деп ойлаймын, себебі автобусқа деген бір сүйіспеншілік пайда болған шығар. Абай жолын 3-ші томын бітірдім, әйтеуір 2 томын бітіргенмін. Мұхтар әуезовтен. Қайтам махаббат қызықтырды, тағы оқып тұрдым. Екі мәрте оқыдым. Сол үйде өзімізден айналысып. Сидели дома, никуда не выходили, занимались. В 10 классе учимся, в 15 школе, лицей. Сначала было тяжело, но потом привыкли. Да, нам скидывали учителя домашнюю работу, мы ее выполняли. Скидывали обратно. Да, на Билимленде занимались, то есть смотрели разные видеоуроки. Через Елерна смотрели видеоуроки, да. У нас есть дополнительные курсы, мы тоже через дистанционно занимаемся по ним. Какие курсы? В компьютерную академию я хожу тоже дистанционно. Там по Zoom занимаюсь с учителями. Пятый класс. Обучение прошло на дистанционном. Вообще логично, да? Не очень удобно. Не очень удобно, так как вопросы нужно спрашивать после урока, либо писать сообщение, отдельные вопросы. Хорошо, я хожу на дополнительную математику, и учительница сказала, можете задавать вопросы, я не буду ругаться. Я каталась на велосипеде. Нет, не в городе. Кышкада шықпай, как положено, соблюдали бәрінен. Үйді сабақ, сол балармен таң атпай тұрасын. Саат 9-да балапан арнасын қосып, сабағымыз жасаймыз. Сол бәрді сол істеп жатқан шығар деп ойлаймын. Екі қызым мектепте оқиды. Бірінші үлкенім 8-ші класс, кішкентайым 3-ші класс. Сол сабақтарын жасап, қиын болды. Я басында интернет жағынан. Содан телефон бәрімізде де бар емес, потому что я мать-одиночка сама, поэтому не могу позволить каждому ребенку купить телефон и ноутбуки дегендей, поэтому сол телефон жағынан кішкене, интернет жағынан біраз интернет болмай қалған кездер болады, я көршінің вайфайынан қосылып отырған кезіміз болды дегенде, енді конечно ұят қой, бәрін в камеру говорит, но как есть говорю. Да, ноутбуки обещали, тоже сізге звондайды деді, как я состою как мать одиночка, не полная семья деп, но ешқандай ондай кереметтей көмек көрген жоқпыз. Сол Нұр Отаннан, кстати, біз біргеміз дегеннен алып келді. Азық түлік алып келді, оған да рахмет. Әйтеуір жоқ кезінде жұмыссыз отырғанда өте дұрыс не болды деп ойлаймын. Көмек болды. 42 500-ге де уже біз риза болып действительно қуанып отыр едік. Хоть квартира, потому что квартиру уже снимаем мы.
42500-ді, например, біріншісін берді, сразу квартираға төлеп, қайта еще қарыз боп қалдық, потому что они же не могут бешеные скидки делать, тоже можно понять. А екіншісіне маған отказ келді, потому что я не знаю, почему отказ келген, оны енді... Сіз хабарласып тұрмадыңыз? Хабарласып, 14-14-ке не дозвонишься вообще, там сағатымен, да, часами занято там, и этот операторы все заняты дейді. Сонымен отырмыз. Бүгін мені бірінші күн балаларды алып шықтық, кішкене болса да подышать воздухом әйтеуір. Жұмысқа шықтық, төртінен бастап жұмысқа шықтық. Таңғы сағат 10-нан кешкі сағат 5-ке дейін істейміз. Енді Аллаға шүкір жұмысымыз басталды. Но сонда да, конечно, мы же арендуем, места арендуем, например. Соның бәріне... Арендан ешкім алып тастаған жоқ. Это просто бәрі не. Міне қазір, например, жұмысқа шықтық, мен сразу кеше мінекей 50,000 ақшамды төледім, да. Бірақ карантин кезінде аренда төлеген жоқсыз, иә? Карантин кезінде да төлеген жоқпыз, но карантин бітісімен төледік, а сол 42500 мы-то сидели дома. Ол ешқандай не, бізге қазір көмек болушы еді, сол почему бермеді деп сонысы. А так үйде отырып, пекірде болдық. Карантин прошел. У меня было такое ощущение, что я давно уже живу на карантине, ну, потому как в основном работаю из дома, на удаленке, монтирую видео. Вот. Как раз накануне карантина отснял большое количество материала и монтажом, собственно, занимался все это время. Угу. Так что такой проблемы особой, чем заняться, у меня не было. Конечно, хотелось выйти. Вот, еще поснимать. Ну, просто хотя бы погулять. Ну, можно и так сказать, да. Да, вы получили соцвыплату? А я даже не регистрировался, заявку, да, мне не надо, зачем. Есть, наверное, люди, которым это нужнее, да. Мне как-то все нормально в этом плане, я поэтому даже и не... Я даже не знаю, как это делается. Я слышал, что там что-то есть, но... Вы пользуетесь общественным транспортом? Сегодня запустили автобусы? Нет, у меня есть свой личный транспорт.